Наверное, это счастье у всех разное. Вот мне хотелось бы поделиться именно тем счастьем, которое вы по-настоящему заслужили. Счастье, что оно? Даже птица. Упустишь и не поймаешь. А в клетке утомиться тоже ведь не годится. Трудно с ним порой, понимаешь? А я его не запрячу безжалостно. Крылья не искалечу. Улетаешь, лети, пожалуйста. Зато знаешь, как потом отпразднуем встречу. А что же такое счастье? Одни говорят, это страсти, карты, вино, увлечение, всеобщее ощущение. Другие считают, что счастье в большом окладе, власти, в глазах секретарш плененных и трепете подчиненных. По мнению третьих, это смелые сидеть до рассвета. Однажды в любви признаться и больше не расставаться. Но есть еще и такое мнение, что счастье — это горение, это поиск, мечта, работа и детские крылья взлета. А счастье, по-моему, просто. Бывает всякого роста, от кучки и до казбека. В зависимости от человека. А может быть, для счастья простого не хватает доброго слова? Речь у нас проступает века стальная основа. А как нам порой не хватает, да просто доброго слова. Ведь доброе слово бывало из беды выносила. От скольких оно спасало, от скольких оно воскресило. Ведь если б тогда, ко времени, доброе слово молвилось, может быть, сердце Есенина все еще песнями полнилось. А если б тогда кто-то высветлил словом тот день московский, да может быть и не выстрелил боль твой Маяковский. К нам плывет из былого, сквозь невзгоды кромешные, русское доброе слово, что на слезах замешано, а оно емкое, не пустое, ласковое, сердечное, нежное и простое, а потому и вечное, словно птенца живого, в руки его берите. Нежное, доброе слово щедро людям дарите. И если когда-нибудь круто вдруг вам самим придется, доброе слово, как счастье, пусть оно к вам вернется. И если когда-нибудь круто вдруг вам самим придется, доброе слово, как счастье, пусть оно к вам вернется.